Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Николаев провел личный прием граждан. Традиционно якутяне смогли обратиться со своими жалобами и предложениями напрямую к депутату. Граждане обсудили с Михаилом Николаевым вопросы развития музыкального образования, увековечения памяти Максима Амосова в рамках юбилейных мероприятий, предложения по проектам «Искусственный затор» и «Получение жилья». Не так, как музыкальную школу управления.